Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в крималочку на серии Родина Реплей, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не заводить мы не к регистрации. Итак, сегодня наша газель поедет в последний путь. Ну, не последняя серия, где вы увидите, потому что последняя серия, где вы увидите, скорее всего, будет, как я буду менять газель на, как он называется, на тигр, короче, на военный тигр буду обменивать нашу любимую газельку, в принципе. Потому что, ну, я ее купил для проекта, она была проектом, как бы, на пару серий. Сегодня просто мы ее будем жестко эксплуатировать в Корякино, я думаю, да. И потом поедем, поохотимся на Сендера под конец, в принципе. Я думаю, это будет очень круто. Ставьте обязательно лайки, проводите просто газель лайками, реально. Давайте много лайков, давайте хотя бы 50 лайков наберем на этом видосе, короче, да. Вот газелька наша, в принципе, давайте ее сейчас возьмем. Так, сколько, кстати, черепахи будут расти? Я зашел специально, ну, поздно, грубо говоря, да? Вот, сейчас почти 10 часов, думал, онлайн будет маленьким, угу. Сервак забитый, но я все равно сразу зашел, я даже удивился, да. Поэтому, ну, такое себе, так. Ну, я думаю, утром зайду, уже их продам, в принципе, деньги у меня есть, 800 тысяч. Все, берем нашу газель, в принципе, ну, и едем в сторону Корякина, но надо будет заехать купить оружие. Слендера, я так понимаю, можно убить только с автомата, с калаша, типа, или с эмки, я так полагаю, поэтому снайперку не будем покупать, сейчас купим только, получается, калаша, ну и все. Для тех, кто вообще не понимает, что это за газель, сейчас я расскажу. Я купил эту газель на авторынке за 200 тысяч и поставил на нее все, что можно, протюнил по максимуму. Здесь стоит весь полный тюнинг, стоит гидравлика, нитро, просто стоит все, что только может быть. Это самая дорогая газель на серию, и вот как-то так, пацаны. Кстати, на ней охрененно ехать и прыгать. Это вообще по кайфу реально, просто ехать и прыгать на ней — это прикольно. Значит, так подъехал, видите, как она высоко просто подпрыгивает. Пацаны, это круто, реально. Вот за это я люблю эту просто малышку. Мне, конечно, будет жалко с ней расставаться, пацаны, но вы, я думаю, понимаете, надо идти дальше. А продавать там либо BMW, либо Chiron, либо вертолет, либо полицейскую Audi, я, честно говоря, не хочу. Я хочу, чтобы моя пятая машина была такая, чтобы я смог с ней делать все, что угодно, и мне не было жалко. Я думаю, Тигр идеально для этого подойдет. Потому что, ну, это военный такой грузовик. Возможно, даже попробуем на этом Тигре проехать на его базу как-то по РП. Не знаю, может, нас как-то пропустят, типа... Ну, я хрен знает, на самом деле. Ну, можно было бы, на самом деле, попробовать. Пробег, кстати, вообще не маленький. 19 километров просто пробег на газели. Она реально просто, ну, грубо говоря, она просто нулячая. Поэтому, блин, будет, конечно, жалко ее. Ну, я не знаю, чувак ее сохранит, как, какой со мной хочет обменяться, это подписчик, он мне такой подарок сделать и тигр подарить. Тигр, кстати, тоже на гидравлике будет, поэтому вот такие вот дела. Не знаю, сейчас будет больше такое разговорное видео, конечно, потому что, блин, ей реально жалко, я укупаю, что следующая серия для этой газели будет последняя, потому что я ее просто буду отдавать в другие руки, и вместо газели у нас будет тигр. Поэтому, блин, мне это немного придает грусти, на самом деле, да. Так, ну давайте купим тогда. Бита нам не поможет против Слендера. Так, 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 ага, ага. Я не знаю, на самом деле, М4 лучше брать или... Или брать АК. АК или... Я хрен знаю, ну давайте купим АК, наверное, все с АКой бегают. Я просто вот не видел. Так, сколько мы патронов уже купили? Хватит нам столько патронов. Да, нам 700 патронов, я думаю, вполне хватит. Поэтому мы даже не будем. Бронежилет нам не поможет, поэтому мы убрать даже не будем. Мы сначала займемся оффроудом, то есть жестко ее поэксплуатируем. Ну а потом уже поедем на Сендера охотиться. Извиняюсь, если будут построены шумы, потому что очень жарко. Я открыл окно. У меня под окном частный сектор. Там в метрах 50 едет поезд, короче. Ну как метров 50, ну, больше, конечно. Ну, метров, наверное, 100-150, поезд там едет, поэтому извиняюсь, если будут шумы.
потому что реально очень жарко, блин. У меня жестко греется даже микрофон, у меня здесь такая панелька есть, типа здесь выключать звук там громче, тише, и даже эта панелька нагревается. Просто жара очень сильная у нас в последнее время, 36 градусов днем. В квартире просто жестко, у меня кондера нету, да, у меня кондера нету, к сожалению, блять. Поэтому да, жара просто жесткая, днем вообще снимать очень трудно, потому что жарко, блять. Просто сидишь, блядь, и потеешь, нахуй, блядь, как не знаю что. Кому-то, блядь, не знаю, вулкан тебя закинули, блядь, сидишь там, нахуй, отдыхаешь, блядь. Так, я на самом деле, наверное, купил бы ремку, потому что, блядь, мало ли что произойдет, а ремка не помешает. Ну и канистру, соответственно, тоже надо купить. Так, там пидорасы, короче, ну по-другому не могу сказать, реально, пидорасы просто на белом Туареге просто расстреливают всем колеса. Реально пидорасы просто, других слов у меня нету. Серьезно, извиняюсь за мат, но реально просто пидорасы. Я спокойно себе ехал, они тупо расстреливают всех. Они маршрутчика расстреляли, ему колеса. И меня расстреляли, я потом с этого там вышел, они сразу съебались, короче. Бля, просто пидорасы. Сейчас мы проверим, какая же проходимость у нашей любимой газели. Потому что я, честно, не знаю, я никогда на газели не оффроудил, если это можно так назвать, в принципе. Никогда не оффроудил на газели, мне интересно... Насколько ее можно как-то утопить, не утопить. Там есть такие места, где ее можно, в принципе, утопить. Кстати, давайте, наверное, отсюда и поедем. Дальше нету смысла ехать, в принципе, да. Так, сейчас попробуем сначала без гидравлики вообще. У нас стоит нитро, у нас стоит... Ну, все у нас стоит, короче, у нас полный тюнинг максимальный просто, какой может только быть. И посмотрим сейчас, как же она валит. Так, давайте, я думаю, выключим стабилизацию, потому что нам может нам мешать. Будем тормозить, нам нужен, может, мы ходом будем проходить. Я думаю, блин, она должна проехать везде, я думаю, потому что это же газель, блин. Вот, пробуем здесь. Она преднеприводная, если что, хотя в реальной жизни, по-моему, это задний привод, если я не ошибаюсь. Но она почему-то переднеприводная у нас. Бля, вообще на изи, кстати, проехала, прям. Я даже не почувствовал, на самом деле, вообще ни капли. Ну, конечно, вот там вот, блядь, глубоко будет, я думаю, да? Бля, что-то вот тут вот реально глубоко, блядь. Тут я не знаю, какая машина нужна, бля. Бля, ну давайте попробуем, чё, ходом. Не, мне кажется, это была плохая идея, поэтому... Давай. Бля, ёбаный передний привод. А, наш точно, наш передний привод, на ёбаный в рот. Бля, если я с неё, кстати, выйду, она у меня пропадёт. Вот это хреново. Это очень хреново на самом деле, но есть выход, можно будет просто припарковать, чтобы она не пропала. И все. Так, давайте, ну, давайте вот это попробуем проехать. Почему бы и нет, в принципе. Все-таки нам нужно проверить, как она проезжает. Поэтому я думаю, вот это самое то место, да. О, давай. Газелька, давай. Я в тебя верю. Я в тебя верю просто, ты можешь. Ты мощь, ты сила, ты могила. Давай. Я еще стробоскоп включил, ёпту налево. Ну зацепись, твою дивизию. Я в тебя верю, ты можешь проехать. Ты можешь, давай. Мощь, сила. Давай. Во, давай. Давай. Ну. Во-во, пошла, родная, давай. Давай. Смотрите, она пытается выехать, давай. Я в тебя верю. Ну, ёб твою налево, давай. Давай, ну. Видите, она, сука, даже не глохнет. Ну, она глохнет, просто колесами цепляет, да? Ну и да, она заглохла, скорее всего. Так. Алло, я не хотел лучше двигатель. Давай. Ну уже. Давай, ёпта, выйди. Блять, я выехал наконец-то просто, блин. Так, выключаем поворотник. Блять, нет, стоп. Так, как тебе отсюда выехать по-нормальному-то? Твой вкус уперся, блять, и все. Я, блять, верил до последнего просто. Да это заняло минут 5, наверное, пацаны. Блять, она ж переднеприводная, сука. Блять, ненавижу передний привод, пацаны, ненавижу. Была бы она полноприводная или заднеприводная, это другое дело. Фу, бля, это было жестко, блядь. Но она выехала, пацаны, сука, она выехала.
Вы представляете, просто она, блядь, ну пиздец, она была по крыше в воде, даже на гидравлике она смогла все-таки выехать. А я там админа не писал, никто мне не помогал, если что. Вот, чат вам показываю специально, а то мало ли, напишите. Она просто взяла и, блядь, выехала. Это охуенно. Да, вот это не охуенно. Оп, гидравлику убираем, все, поехали дальше. Ну, я думаю, мы ее протестили так нормально, поэтому нужно ехать охотиться на Слендермена. Да, я так это сказал по-дебильному, ладно. Я не знаю, что такой акцент сделал на его название, так сказать. Ну ладно, поехали. Я еще ни разу его не убивал, потому что, ну не знаю, что мне не особо... Блядь, а ёб твою налево остановись. Не особо как-то это интересно, но поехали. Чё, попробуем его замочить. Убить, блядь. Ну хотя у нас, я думаю, не получится. Сейчас вот эти посмотрим, сколько там людей в лесу вообще. Ну и попробуем уже убить его, так сказать. Я думаю, это будет прикольненько. Так. У нас чувак тут тоже на газели. Эх, свой пацан. Бля, у меня ремки нету, к сожалению, дружище. Я тебя починил. Так, давайте, погнали. Так, и он появляется хуй знает откуда вообще, да? По-моему. А, вон он, ёпта, да? Бля, вот он, да, вон он. У меня штачка заглохла. Так, а где ты мой сладкий, ёпта? Ах ты, блядь. Да ну нахуй, я так не играю, сука. Я только, блядь, приехал. Почему так быстро меня он убил? Бля, так неинтересно вообще. Реально, так вот неинтересно. Я только тпхнулся у меня. Точнее, только приехал, он меня уже сразу убил. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.